В минувшие выходные в столице прошел Sim Racing Fest – первый в России фестиваль для поклонников виртуальных гонок. Я всегда поддерживаю мероприятия, которые способствуют развитию автоспорта. И, конечно, симрейсинг мне очень нравится. Я очень рада, что пришло такое большое количество людей. Я очень рада, конечно же, что люди подходят ко мне, меня узнают. Симуляторы, представленные на фестивале, считаются едва ли не лучшими в мире. В основе этих машин – промышленные сервоприводы, гидравлические педальные узлы и динамические платформы. Я имею достаточно большой опыт, то есть я тренировался как и на обычных симуляторах, так и на профессиональных, уже именно с кокпитом, с формульным рулем, поэтому что-то об этом понимаю. Здесь представлены достаточно хорошие симуляторы, на которых приятно ездить, ну и, в принципе, можно тренироваться перед этапом. Ну, удовольствие прокатиться на нескольких симуляторах, конечно, это гораздо интереснее, чем, так скажем, домашние условия, когда руль прикручен к столу, там педали уперты в стенку. Программа фестиваля не ограничивалась заездами на симуляторах. Все желающие также могли принять участие в турнире по картингу. Но так как это очень тесно связано с автоспортом, да, мы проводим это в картинг-центре. И, соответственно, ребята здесь тоже получают адреналин. И при всем при этом, те, кто виртуальные гонщики, они тоже могут дать бой даже на картинге. То есть это заложено в какой-то степени в крови внутри пилота. Настолько это затягивает, настолько это интересно. Даже, наверное, это может быть не игромания, а это именно интерес и желание. Желание сделать какой-то результат. И это в том числе тренирует водительские навыки. Многие отмечают, что стали более аккуратные на дороге. Следующий Sim Racing Fest по задумке организаторов состоится летом.